моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, ну и все, сошла потом на нет.